Компания Samsung недавно обновила линейку своих флагманских устройств Galaxy S, добавив несколько цветных вариантов. Среди этого разнообразия выделяется линейка Black Edition. Смартфон Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition отличается от оригинала только задней крышкой, текстурированной под кожу. Остальное в корпусе смартфона не изменилось. Сохранились покрытая защитным стеклом передняя панель, ободок по периметру выполнен из окрашенного под металл пластика. Смартфон небольшой и за счет малой массы в нескользкой задней поверхности комфортно удерживается в руке. Крышка у смартфона съемная, под ней находится батарейный отсек, слоты для карт SIM и microSD. На задней панели располагается окошко камеры и глазок LED-вспышки. Решетка разговорного динамика представляет собой хромированную вставку, врезанную в защитное стекло экрана. Рядом с ней виднеются глазки фронтальной камеры и сенсорных датчиков. На правой грани находится кнопка питания, на левой – качелька регулировки громкости. Кнопки металлические, удобно расположены, имеют мягкий ход и отчетливое нажатие. На верхней грани находится разъем мини-джек для подключения проводной гарнитуры и инфракрасный передатчик для управления различной техникой. На нижней – разъем микро-USB. Диагональ экрана, выполненного по технологии Super AMOLED, равна 4,3 дюйма, разрешение 960 на 540 пикселей. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие. К достоинствам экрана нужно отнести высокую максимальную яркость, эффективный антибликовый фильтр, хорошее олеофобное покрытие, близкий к стандартному цветовой баланс и отличную равномерность белого поля. К звучанию динамиков смартфона особых претензий нет. Звук достаточно громкий и остается чистым во всем спектре частот. Правда, низких частот все-таки недостаточно. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 1,9 мегапикселя, а тыловая — 8 мегапикселей. Набор настроек по управлению камерой стандартен для современных смартфонов Samsung. Иконки прорисованы четко и крупно, на ярком солнце различимы. Камера хорошо подойдет для художественной и документальной съемки и позволит получать снимки уровня хорошего флагмана. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.2.2 с фирменным пользовательским интерфейсом TouchWiz 5.0. Большинство фирменных приложений Samsung объединены отдельным от служб Google аккаунтом, так что для их использования придется создавать учетную запись в службах компании. Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 400 с двухъядерным процессором с частотой 1,7 ГГц. Он оснащен 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти. По результатам тестов смартфон можно отнести к разряду аппаратов со средней производительностью. Мощности смартфона хватит для выполнения большинства повседневных задач. Съемный аккумулятор емкостью 1900 мАч обеспечивает до 10,5 часов автономной работы в режиме просмотра видео и до 4,5 часов в режиме 3D-игр. Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition – смартфон с хорошей производительностью, фирменным экраном AMOLED, хорошей камерой и отлично оптимизированным программным обеспечением. Спорным моментом в данной модели является завышенная цена.